Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть жизнь после. После чего только вот. После зомби-апокалипсиса. Это, кстати, отсылка на какую-то другую игру. Я уж не помню. Эта игра отсылка на другую игру. На Siphon Filter. Sony PlayStation. Точно. Вот так вот. Так. Давай садимся, поехали. Нам далековато ехать. Такс. Блин. Вот сюда. И оттуда уже по-быстрому переправимся. Быстрые переходы. Так, бензина половина. Вон, в грузовичке сейчас возьму. Ага, нет, у меня пока есть колотушка хорошая. Так что извиняйте. Давай. Бросил курить, бегать начал. Не зря выносливость прокачивал. Всяко быстрее. Подожди. То, что надо. Давай. Вот так. Блин, это городок, в котором бандиты присутствовали. Вроде все гнезда здесь похреначил, но там трупаки какие-то показаны. Ну ладно, пока оставим их. Что видим? Блин, а что мне делать-то надо? Нахрена мне ночь? Наоборот, день нужен был мне. Не понял. Что? Ты опять туда ездишь? Я же говорил, что не надо. Слушай, не начинай, а? Я просто охочусь на фриков, понимаешь, бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь. Это хорошо, что я еще заправился. О, клыкачи, черт. На. Спокойно. Есть. Клыкачи, волки. Клыкачи, блин. Да, размечтались. Нахрен вы мне не обосрались, а? Мне с волками было прикольнее, чем с вами. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. А мою фару так не видно, блин. Без предупреждения обстреляли. Охренеть. Ах, вот суки. Давай.
Вот суки! Что там такое? Ты цел? Не-не-не, я не ранен. По-моему, это предупредительные. Если бы они целились в меня, я был бы уже мертв. Дик, я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня, отбой! Давай, давай, давай. Давай, со скалы заедем. Небо-то прекрасно звездное. Транк не действует. Ай, еще как действует, иначе он тебе уже башку погрыз. Давай, Док, скорее. Беспокойся, ты уже твореныш. Они идут. Еще минуту. Какого хера? Ну что, уходим? Вали, быстро. Все назад. Пошел, пошел. Да хоть вас сожрали. Ой, а их много. О, господи, там что, орда? Ну-ка, посмотрим, что тут после вас осталось. Давай, за деревом. Если бы не тень. Еще трофеи. Давай. Ну как-то их здесь все равно надо было отстреливать. А, точно. Это... Эй, а ну-ка отдай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! А, наконец-то! Господи, вот прыткие мерзавцы! Давай. Максимально. Ладно. Пойдем посмотрим. Что это за ерунда? Рация какая-то. Так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в Аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили. Эти yep. сразу свалили. Ну-ка, давайте посмотрим, где это я нахожусь. Вот. Ни хрена себе. Ну, тут достопримечательности, конечно. Что-то еще. Снарягу оставили, рацию. Стой. Ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Вот здесь вот они были, да? Скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Не понял, что из-под... А! Я ну-ка отдай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! А, наконец-то! Господи, так, вот тут у меня все мерзавцы. Есть. А, надо было, значит, по времени садиться и нехрен. Да. Так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Срезал. Они держали шакала в Аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро...
скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, Брайан, и где же ты? Ну давай, где же ты? Интрига. Ты вот сейчас завесил там хорошую интригу. День воспоминаний. Ну давай смотрим тогда. Привет. Здрасте. Я тут заблудился, может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bellna Proud, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? А, круто. Ну, просто зашибись. Превосходно. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его Белнап. Там. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Давай. Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. Еще обхвати его. Мне сесть на эту хреновину. Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. Ладно. Сейчас. Села. Держись за луку седла. Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. А я еду, нет? Нет проблем. Просто оказалось, что ты от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Олени. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования. Место тоже красивое. Изучаю всякое... Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Травник. Да. Ну, давай, побыстрее. Эй, осторожно! Чёрт, господи! Козлы! О, господи. Вот, дают право, кому не лень. Ты жива там? Да, жива. Да, нам повезло. Работники ГАИ были. Точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Питбуль? Ой, у меня вообще-то там собакин был. Эй, да тут и сеть. На новом-то мотоцикле. Привет. Да, все в порядке, но это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она, я не знаю, где-то, я не знаю. Трасса где. 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Ну, поехали назад к машине, будем ждать эвакуатор. Я... Не поедет. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только... Дай дышаться. Дыши, дыши. Они вернутся в любой момент. Ладно, ладно, все, поехали. Чего ты? Только на этот раз поосторожнее. Молодого, красивого обнимай, да радуйся. Ты же на самом деле не заблудился, да?
Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию, и вот я переехала в это захолустье. Ну, не чтобы надо. Изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. Давай, давай. Ехай, быстрее. О, да вы охренели. Клин, у нас тут гости. Черт. Подожди. Подожди. Я так думаю, что надо определенное количество ударов нанести каждому. Да, не ассасин. Ну это вот одного-то забодал. А, так и должно было быть, чтобы меня захреначили. Большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, брат, нравится? Давай вломи ему. Уже не такой крутой, да? Сейчас кореш приедет, тут сдох наставляет. Либо доставай пистолет. У меня реально пистолет был, смотрите. Ну я бы еще и по машине пострелял бы неплохо. Эй. Извини, пожалуйста, да, я тихо, не знала, тихо. Я просто глянула в твою сумку, да, все нормально. И подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну, господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Все в порядке. Я успокоила, один раз стрельнула воздух, теперь вони, блядь, от нее. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Было, мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Что, все, воспоминания кончились? Все. Погрустил. Пойдем дальше. Так. Так, вернуться, ага. Только вначале вот сюда. Заехать надо. Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дик, я тебе рассказала все, что знаю. Так. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Jim's. Это блинная у восточного моста. Правильно еду. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такое. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки достали. Может, тебе что-то пригодится. Блины и мясорубы. Буду иметь в виду. Конец связи. Нет, я думал, может, там пролезть можно. Ну, сейчас и завернем, посмотрим. Сборище насильников, воров и убийц! Что вы тут делаете, а? Новую жертву себе высматриваете? Велись! Я задет! Подстрелили! Блин, еще свой же байк подстрелил! Твою мать! Блин, 50%. Ремонтирую.
Так. А я и не знал. Ну, что-то там разбойничья тропа. Кому-то нужна помощь. На помощь! Держись, держись. Я иду. Давай, давай. Слушай, водище тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Давай, там людей принимают хоть. Где? Да-да, я пойду. Иди, иди. Ну давай вариант ответов. Ход Спринс, нравится. Так, направить выжившего в лагерь. Ход Спринс, направить выжившего в лагерь Коупленда. Давай, вот Коупленд. Нет. Peaceful Lake, Марк. Коупленд, да. Там, где мне делают байк. Здесь мне не делают, а там делают. А, мне вот сюда надо будет. Здесь небезопасно, вот сюда вот надо будет. Коупленд, там безопасно. Спасибо. Спасибо. Да пожалуйста. Я думал, что умру. Да хороший. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Блять, я в свой байк попал. 99%. А, ну ладно. Давай, вот сюда. Там подзаправимся и быстренько проедем. Где у нас канистра? Блин, она опять там уже. Давай. Не ленись. Опа. Бензин, да. Блин. А вот где бандиты были, там, где бензин-то вот. Ну ладно, недалеко, смотрите, кстати. Я же бегом, постараться можно и бегом. То, что надо. Так. Ну вот, порядок. Сохранимся, сохранимся. Нет, не, 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 не. Блин, а сидушка там сзади такая, нет? А, это крыло. Сидушки сзади пока нету. Так, ладно. Так, и закиси нет, чтобы перепрыгнуть. Разбег маленький. Что это? А я там воевать надумал. А, ну да, если по идее, то я бы с той стороны подъехал. Наверняка где-то здесь. Тебе нужна вода, значит, ты где-то у реки. Надо осмотреться. Так, ладно. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Так, идем, идем, идем. Где ты? Умница. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете! Ед! Тебе говорю, я ее видела! Нормально. Тебе не уйти! Ты потерянный! Огонь!
Твою мать. Я думал, ты... Есть, погасил. Вау-вау-вау. Где-то слышу тебя. На. Давай смотрим, где ты там. Пойдем сюда, сюда, сюда. Блин, не вижу толком-то где. Надеюсь, это сожрали. А этот-то почему на меня с крыши вот не бросился? Тоже интересно. Так, сюда, сюда. Последний. Блин, наверх. Давай заскочим. Твою мать, так что вы что, не убиваемый, что ли? Вот так. Давай, давай, давай. Сколько у вас еще тут? На крыше нет? С лекарствами что? 5 из 5. Ну, видимо, у них где-то подобрал. Мне же... Тихо. Конечно. Подожди. Все. Он вообще взрывается.
Понятненько все. Где эти чепухи-то? Я, по идее, посюда должен идти, они были меня там встретить. Я не пошел посюда, пошел с другой стороны. Нарушил их планы. Вот так вот. Вся закрыта наглухо. Как же она выбирается? Да выбирается. Я тогда еще, блин, в серии-то показывал, блин, все закрыто. Со всех сторон. Само собой. Все. Лестница, точно. Давай. До этого давай. У тебя не было этой функции. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Давай. На меня сейчас нападет неожиданно. Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Почему бита это? Ну зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Тихо. Это мое! Почему бита, это мне интересно знать? Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но мисси Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе. А мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе и... Да никто не приедет уже. Записка, что они ушли с какими-то людьми. Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. О, мам. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может логика. Быть, она в лагере? Все может быть. Мама в том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Ну. Люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Вы их убили? Их нет. Хорошо. Нет, куча больных. Давай. Нельзя находиться. Давай. Нам надо идти. Вот так. Нельзя находиться. Так, у меня какая миссия? Вернуться к байку вместе с Лизой.
На, сюда. Так-то вполне реально их и обходить. Так что... Пойдем, вон они двое там копошатся. Пойдем. Нельзя находиться. Почему? Кто тебе сказал, что нельзя? Нам надо идти. Вот так. Пойдем. Не бойся. Первый. На. Нет, это я разделаю. Не упущу медвежатину. Не пропадать же мясо. Конечно. А я что только с пуза что-то взял. С брюшины. Так, что у меня по бензобаку? Не отслеживать. Пойдем. Ладно, садись, надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Пойдем. Ладно. Эй, а как вас зовут? А я могу так вот перекинуться? Нет, блин, ехать придется. Дикон, меня зовут Дикон. А, Лиза. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Хороший вопрос. Не очень разговорчиво, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Был на Крейтер, Лава Флоу. Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Закись азота отсутствует. Сигналить-то мы уж не будем. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала. Это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Поняла? Да, хорошо. Ладно, шлюпки. Приступим. Он бьет наших! Блин. Остановился, убить! Давай, у меня тут много запасено. Я подожду. Мне тут не к спеху. Вижу.
наконец-то! Вижу его! Твою мать, мимо. Попал. Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Давай-ка посмотрим, что с них. Может, что-то для меня есть? Ай-яй-яй-яй-яй. Никакой проволоки не натянуто. Лиза, я к тебе. Жди меня. И я вернусь, только очень жди. Давай, садись. Поехали. Садись. Все нормально? Мы едем, едем, едем. Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Откуда вот только у вас только патронов у всех? Ты хоть в жопу их жуешь, что они аж разбросаны. Я задам тебе один вопрос, Лиза. И, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет, пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Дешутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд, мой лучший друг. Но он ушел, спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой. Но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Знала. Вернулись. Два раза вон. Эй, кто-то пришел. Ну вот, приехали. Ты только открывайте держись ворота. Рядом. Это Дикон. Хорошо. Давай. Въехали. Эй, кто у нас тут? Молодая девчонка. Лиза Стакер. О, господи. Лиза, милая. Не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи. Ну что, я заслужил, правда, значит? Бонус. Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Правильно. Чё? Живи пока, живи. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней... Не надо, я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Ну, тоже да, тоже верно, папка-то говорит в одном. И верно, и неверно. Какой там раскисать? Сожрут нахрен. Причем в реально. Не метаморфоза. Так, ладно. Да. Давай, доступная работа. Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. А, Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю. Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину.
Боумана и Хьюит. О, таких я люблю. Лицо было разбито до неузнаваемости. Охота? Хьюит? Это Мария, что ли? Господи. Работаю уже. Он сколько можно местный, повторять? Этот ублюдок, Лимбо. Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Боже! Ага. Знаю, где это. Это, я по-моему, смотровая вышка, там, где я, по-моему, был, когда никого не было. А кто там кряхтит? Кого-то уже насилуют, что ли? Чё? Чё случилось? А, дрова колет, ёб твою мать. Эй, как дела? Как торговля байками, Зенни? Пожалуйста. Байк совсем в хлам. Лады? Байк совсем в хлам. Да не совсем. Так. Посетить памятник Ага. Выбор побочного задания. А давай вот так вот сделаем. Где? Я уверен, что там сейчас бойня должна быть у нас. Блять, а вот здесь-то я не помню где. Я знаю, что здесь есть бензин. А вот где вот он лежит? О'Брайен. Это долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Да уж. А здесь что у нас? Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим, чем там Неро занимается. О'Брайен назрел разговор. Так. Где? О'Брайен назрел разговор. Запас сил иссяк. Ничего страшного. Здесь, может, где-то. Заткнись. Так, ладно. Напомню, где где-то находил его. Поехали, у нас день воспоминаний. Это недалеко. Вперед. Давай, давай, давай. Извилистая дорожка.
Там поди прыгнуть надо было, да и проще. Чем околотками меня так лутать. Ай-яй-яй. Тихо. Все, заправляем. Вот давай. Готово. Берем. Пригодится. Привет, это снова я. Бухарь говорит, мне не надо больше сюда приходить. Он спрашивает, какая от этого польза, и может он прав, не знаю. Пока рано. Он сюда суждать. Мы наткнулись на упокоителей, и они обожгли им руку. Выглядит паршиво. Я порыскал в одном из этих, как их там, в передвижном медпункте. Нашел там стерильные бинты. И я... Надеюсь, что этого достаточно, но... Бухарь, знаешь, он говорит, все нормально, но я что-то сомневаюсь. На руке живого места нет. Понимаешь, это я виноват. Я его подставил, потому что надо было деталь одну добыть. Ради сраной детали. Да и то бестолку. Сучара Коупленд пустил мой байк на запчасти. Я этот байк целый год собирал. Тебе бы понравилось. Он не такой крутой, как тот, на котором я учил тебя ездить, но тоже ничего. Что за шелест? Помнишь бензобак, который ты разрисовал? Вот он единственный уцелел от старого байка. А теперь его не стало. Как только я соберу его обратно, ну, в смысле, мой байк, и как Бухарь оклемается, мы поедем на север. Начнем с чистого листа. Это здесь слишком много воспоминаний. Сам. В общем, я к тому, что мы можем больше не увидеться. Понятненько, вот что сюда приходил. Теперь в байк. И мой чай, стой, взять. Это что за маленький бутылек, флакончик? Так. Теперь нам надо проехать очень много. Давай. Ну что, пак-то полный. Можно. Опа. Да, опаньки. Да, а, кстати, запчастей-то больше нету. Вот, смотрите, то, что вскрыл. Там, где запчасти достал, там их уже больше нету, видите. Плохо. Мачете так и лежит. Так. Пойдем. Блин, за... когда в канистре трясется, такое чувство, что за мной кто-то бежит. Ничего. В этом плане, да, они маленько не продумали, конечно, что ресурсы иссякаются, а играть-то, если... Правильно и честно, это пипец, вот очень порядок. Долго. Давай.
Что, булька? Слышал, кто-то разговаривает. Завалили. Это волк, господи. Хороший бай. Что ты у меня хочешь? Вроде как к себе же еду в горы. К Бухарю. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты — взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Сейчас в говно рукой наступит. Скажешь, здесь был олень. Пойдем. Вот и хорошо. Смотри, видишь оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Блин, с той стороны тебе не мог подать? Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Да знаю я. Чё у меня в жопу? Попал, чётко. Так, вы получили выслеживание добычи. А чёрт, я его только задел, он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил, он теперь быстро ослабеет. Главное выследить. Ага. Боеприпасы кончаются. Ничего страшного. Видишь, кровь? Присмотрись. Да, вижу. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопоти. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Умер. Ну что, умеешь потрошить добычу? Умеешь. Уже да. Я мишку одного выпотрошил даже. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю... Тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну давай, блин. Ну, спасибо. Чё? Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Мясо, мясо. Секунду, прости. Тихон, как жизнь? Думаю про фрика. Лагерная жизнь, да, Мэнни? Боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? А, нет доступных работ. У них нет. Раньше я что-то читал про это.
Это ж мой любимый. А где? Вот он ты. Мэнни? Я тебя искал. Возможно, форсаж двигателя. Все, закись азота поставлена. Где ж ты раньше-то был-то, блин? Заправим, без проблем. Так. Будет что-то нужно, скажи. План пока, Дик. Так. Извини, я просто гуляю. Куда-то я еду сейчас. Как дела? Сюда. А я хочу вот сюда. Так, подожди-ка. Здесь у нас пещера, в которую, блядь, только ночью войти. Давай-ка вот сюда сначала. Надеюсь, полночи передвигался-то хотя бы. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленина добыть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую пока, там по дороге раздобыть. Пока кусок. Есть. Ты помнишь, что нужно делать? Вот так. Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Готов. Коуп? Шутишь, что ли? Мне не сюда, мне вот сюда надо. Вот сюда. До скорого. Ну вот, по доброй традиции. Свежее мясо. Вот так вот. Ну вот, теперь надо отнести все Бухарю. Мало у нас оленины, да пока хватает нам. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Я же не бездельничал. Дед научил меня охотиться. Вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы... Давай сюда. Высота дает преимущество над добычей. Оттуда я представляю свой лагерь. Мой лагерь сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на оленей иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Черт, почти. Тихо. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева селок, и вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ушалить. Особенно, если она не совсем дохлая. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. Давай. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп. Значит, с дедом вы расставляли селки, а с папашей клали солонцы. Тоже мне благородные охотники. Ну, теперь уже всем все равно. А, бля, я пришел до них к той пещере. Карта перевернута, что ли? Я, кстати, ну, ночью. Хорошо, что я ночью пришел. В шахте. По-другому сюда не зайти было бы. Еще один инъектор. Хорошо. Конечно, жизнь. И тут регистратор нуба. Что-то да я не хочу это делать? Слушать. Тут фриков, наверное, не меньше тысячи. Сраженных.
а не фриков. Ты не ори так. Господи. Да, я их вижу. Они нам и нужны. Шевелятся. Так. Только они шевелятся. О чем ты говоришь? Они в спячке. Вон она целая толпа. Тихо-тихо. Так. Сейчас, подождите, а где мне прыгать-то? Бля, вот здесь прыгать-то надо. Давай для начала сюда. Выполним миссию сразу. Так, здесь у нас что надо сделать? К Бухарю мясо принести. Хорошо. Держи, Бухарь. Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Поспишь, падла, а я там пахиваю. Ладно, спи. Все-таки мы банда, команда. Но миссия, тем не менее, сделана, пройдена. А вот сюда вот мне надо скататься. Перевернуто сверх на голову. Как-то ее увеличить, масштаб уменьшить. Это я неправильно прочитал ее, что ли. Около километра. Ну, в принципе, это недалеко. Вообще осталась половинка проехать. Тихо. Спокойно. Где-то тут на прямке потом, да, надо будет выехать. Вау, ну я перепрыгнул. Да, инъектор Неро. Вот он. Рабочий хоть? Конечно, рабочий. Концентрация, что ли? Давай-ка концентрацию увеличим. То, что надо. Еще один регистратор. Вы видели график на следующую неделю? Летели слишком низко над лагерем Коупленда. Он подарил вас из своей винтовки. Правда? Как я просмотрел? Это же не наш маршрут. Не знаю. Поговорите с командиром. Они там так решили. Это же не мой маршрут. Ну и не мой. Но ты-то ладно. Вас все время перебрасывают. А мне надо сделать конкретные остановки. Надо провести тесты в сжатые сроки. Надо ловушки проверить. Это все к командиру. Расписание не я составляю.
Я вообще ничего не решаю. А я решаю. Спасибо, что сказал. Ага, не за что. Ну, зато теперь вам не нужно париться насчет дежурств. Так. Вот заливаем. Так. Теперь знаем, где здесь. Готово. Так, ладно. Теперь мне куда надо? Вот сюда. Давай. Мотоцикл рядом, быстрое перемещение. Булькой поменьше, да хоть зубами останешься. Догоните, подожди, надо убрать эту метку. Вот и все. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора Олири. Сам удивляюсь. Так. Время по ней неподходящее, да? Я поехал. Что мы видим? А, мы на ней, по-моему, были, но... Когда там никого не было. Это, по-моему, на озере, да, находишься? Сейчас посмотрим. И вертолет туда. Тут еще торчать. Я только начал, так что остынь, ладно? Все, мне надо работать. О, Брайан. Походу нашел. Ой. А что мне надо сделать-то? Вступить в контакт? А как? Я так понимаю, что не просто так надо выйти на них. Они меня так пристрелят. А именно вон с тем... А где он мне? Мне показалось, на подлете я просто видел. Пойдем посмотрим. Ничего особенного. Сбежать надо. Ладно, док. Лейтенант, сами только в падаль не превратитесь. Падалью могут стать только животные, капрал. Ваши ребята весь сектор осмотрели? Да, все чисто. Эй, вы это слышали? Я повторять не буду. Погоди. Господи. Может, мы с тобой договоримся? Вас поймали, так я так и должен был контакт какой-то быть, нет? Нет.
много еще времени нужно? Опять не так. Ё-моё. Ну ладно, тогда пойдем, как мы уже пробовали. Начало-то у нас хорошее было. Сами только в падаль не превратитесь. Так. В подлете к цели я увидел большой рой насекомых, предположительно Табанус Атратус или Диптера, на прогалине в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что падалью могут стать только животные. Рой можно предположить, что ребята весь сектор осмотрели. Погоди. Так я как должен был? Или что, мне за тобой следовать? Купить в контакт. Пристрелить его. Сержант, на обратном пути будет незапланированная остановка. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Док, вам много еще времени нужно? Нет. Не стреляет. Так, а как вступить в контакт-то? Что, камнем в него кинуть? Сражение штаммом HP. Возьму пробу для анализа. Это что? Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики.
Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2/7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой? Да. Живой. Как? Как ты выжил, Убрай? Что? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервале. А потом в лагере бешенцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому... Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пире, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер-Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас, а я греб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. Анс, есть! О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь... Знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Вон она, станция-то сзади. Где я бродил. Чего я там бродил? О, так миссии какой-то. Точно помню. О'Брайен. О'Брайен выжил. Как он мог выжить? Их же послали на юг. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей умереть. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, так сказал. А там никого не было, а сейчас там люди. Может, она еще... Охота. Она... Нет. Но О'Брайен жив. А если он, тогда может быть. Ой, что-то у вас многоватенько. Еще, может, и снайпер где-нибудь сидит. Дик, слышишь? Бухари. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню. Очень смутно. Да, да, ладно. Ты поспи немного. Я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро. Уже скоро. Слушай. Прекрасно. Как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик. Хорошо.
Да не ты мне нужен. О'Брайен. Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь. Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза. Ну давай, О'Брайен. Отвечай. Давай. Вроде все. Дик, ты на связи? Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Ага. Да, это был он. Он нас вспомнил? Сару, что произошло? Не знаю. Их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Почему? Нет, нет, то есть я... Я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ну, может, ты наконец, не знаю, обретешь покой. Да какой нахрен покой? Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. И тогда ты обретешь покой. Подожди, а тут где-то эти камушки были, нет? Как мне тут разнести эти камушки? Блин, я где-то видел. Куда ты прячешься? А, это не камушки, это бревна, блин. Я думал, камушки, которые пинаю там. В общем, бандиты, не бандиты, ну, бомжи еще те. Как вы выжили? Давай. К байку бежим. И эти на вертолете улетели. О, кстати, там может быть нет кто-то. Нет, до туда еще миссия у меня не дошла. Так. Конечно, подтвердим. Ну, топлива, не знаю, хватит или нету только. Бойцы Нера хорошо вооружены, их невозможно убить. Избегайте встречи с ним любой ценой. Так, могут отремонтировать ваш байк соответствующую плату. Сумма набегает прилично, так что по возможности старайтесь обслуживать бакс самостоятельно. Так и так. Это же я, да. Что за намат постоянно уже сорвался? Как он сумел столько набить? Это, наверное, Дик. Ну, байк. Вот так вот можно идти тоже. Хорошо, нет, хорошо придумали. Ну-ка, давай. Чем могу помочь? Эй, Зенни, руки как? Чистые? Когда-нибудь топлива вообще не останется. Да. Лады? Его. Спасибо, что зашел. Пока. Ты же Дикон, да? Зенни. А, посмотрим, что у нас здесь. Ну? Выясняем дальше. Тоже блин, так-то игра долгая, да, ну как готика, наверное. Хотя нет, если брать по существу, то она дольше будет, потому что тут собиралка большая.
Они меня не отпускают. А куда тебе идти-то? А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Ясно. Тяжело. А что теперь делать? Кому сейчас легко? Так. 30% с Лизой. Закончено. Господи. Скоро нос починят, мне и будет лучше. В ноябре. Так. Что у нас там? Достопримечательности. Нужны вот они мне. Ну, что-то все равно получу за них, кстати. Сюжет. Так. Охотник на мародеров. 20%. Всего лишь конец света. Задача собрать как можно больше данных нейро и узнать, что здесь творится. Так. Охотник на засады. Так. Охотник на зараженных. Трофейная охота. Ты в безопасности. Блин, погоня за Леоном. 100%. Пора в дорогу. Так, ну это понятно. Растерзанный. Задача упокоитель. Так. Встреча с Неро. Мой брат. Трофейная охота. Уничтожь цель по заказу Такер. Ладно. А куда мне тут идти? Вот она, это. Что нужно? Пойду осмотрюсь. Работа выполняется. А это что за лагерь? Комплимент. А этот? Трофейная охота. Сюжетная линия. Мне вот сюда надо. Все. До свидос. Найти Лимба. А где мы бой? Диком. Зенни. Это у меня хоть это сюжет. Не.